Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Извините, что так поздно, приболел. Небольшая вставочка, превью. Люди начали задавать вопросы, я попытаюсь на них ответить. Ну, всего лишь два вопроса, но я считаю, что нужны ответы на эти вопросы. Первый вопрос. Сори за вопрос, но озвучка роботом. Или это человек. Не за что извиняться, но я заикаюсь. Я не могу больше 5 слов говорить без остановки на 2-3 секунды. Мне приходится подрезать и склеивать мой монолог. Если вы хотите, я, конечно, могу без склеек, но это сложно для восприятия информации. То я пытаюсь склеивать, и получается, как будто робот говорит. Следующий вопрос. Есть видео La2M Leona 02 Free. Возможно, там нужно было написать Freedom. Я некорректно доношу информацию, возможно. Я пытался донести следующее. Free в переводе с английского это свободно. Так как видео идет про варов и коварный план нашего альянса Joystick против Содов, то что Макарон и слинял с сервера. Я имел это в виду свободно. Я и написал название видео Leona 02 Free. Это пока не все вопросы, что есть. Перейдем к ивентам. Первый ивент. Лучший подарок праздник 300 дней. До плановых технических работ 28 сентября. Сундук на праздник 300 дней можно приобрести в магазине алмазов. Во вкладке обменный пункт магазин Пандоры. Покупка доступна один раз на аккаунт персонажами 30 уровня и выше. При открытии можно получить 3 миллиона аден. Ожерелье Леи праздник 300 дней 3. Свиток сброса Леи. Я думаю, что все ждут свиток смены класса. Я уже не помню, что там было. Там же не свиток смены класса был. Или свиток. Свиток смены класса, наверное. Я знаю, зачем его ждут. Я, конечно, знаю людей, которые до сих пор играют, и у них нет основной карты класса, которой они играют. Они играют там черт знает на чем. Но в основном этот свиток смены класса героя ждут именно для того, чтобы твинам поменять профессии, и они начали лучше фармить. А так, я не знаю, что все ноют. Там, ебать, когда этот свиток будет? Пожалуйста, дайте свиток. Ой, ладно. Поехали дальше. Ожерелье Леи на праздник 300 дней. Физзащита плюс 1. Сопротивление умением плюс 10. Макс ХП плюс 50. Восстановление МП период плюс 5. Ожерелье Леи также можно добавить в коллекцию. Макс ХП плюс 100. Эффективность зелья восстановления плюс 1. Цветок сброса Леи позволяет сбросить текущие настройки характеристик. Если у вас на аккаунте еще есть твин, которому нужно сбросить характеристики, то покупайте этот сундук именно на твина, потому что если вы откроете этот сундук, то свиток сброса характеристик не передается. Ивент 2. Грандиозный фестиваль 300 дней до плановых технических работ 5 октября. Ежедневный бонус «Грандиозный фестиваль 300 дней» можно получить с помощью предмета «Памятная монета 300 дней». Предмет «Памятная монета 300 дней» можно приобрести в магазине алмазов во вкладке «Обменный пункт магазин Пандоры». Монета, открывающая доступ к ежедневным бонусам «Грандиозного фестиваля честь 300 дней». С помощью ежедневного бонуса можно получить энергию Энхасад 1000 штук. Дополнительные бонусы по дням. Мешочек пробуждения кристалла души чар. Мешочек пробуждения вмещает в себя порошок пробуждения 3 штуки. Шанс 100% получения. Зелье пробуждения низкого качества и зелье пробуждения среднего качества можно получить или не получить. Мешочек с кристаллами души. Кристаллы души один раз 3 штуки. 100% шанс получения. Кристалл души 6 раз и кристалл души 11 раз можно получить или не получить. Мешочек чар. Камень жизни, камень духа. По 3 штуки. Получить можно один из предметов согласно вероятности. Благословенный камень жизни. Благословенный камень духа. Можно получить или не получить. Третий ивент. Загадочный сундук с праздником 300 дней. До плановых технических работ 28 сентября. Загадочный сундук 300 дней можно приобрести в магазине алмазов во вкладке «Обменный пункт
магазин Пандоры персонажами 30 уровня и выше, один раз на аккаунт. Загадочный сундук 300 дней в количестве 7 штук. Открыв загадочный сундук 300 дней, можно получить следующие предметы. Сундук открывается каждые 12 часов. Заряд души 300 штук, руда духов 300 штук, порошок пробуждения 3 штуки. 100% шанс получения. Дополнительные предметы можно получить или не получить. Свитки терпения, битвы, зелье развития 10%, адена от 100к до миллиона. Кристаллы, благословенные свитки модификации. Можно получить или не получить. Четвертый ивент. Сезонный пропуск в честь 300 дней. До плановых технических работ 5 октября. Добавлен новый сезонный пропуск. Сезонный пропуск, праздник в честь 300 дней. Сезонный пропуск, где вы за задание, типа выстави один товар на аукцион 200 очков, а по уровни пропуска получаете предметы. Награды по дням. Карты класса, орден славы, сундук с свитком поручений и т.д. О, наконец-то, сверкающий сундук с фрагментами рецепта создания редкого предмета. На выбор, наконец-то, фрагменты для твина. Топ вообще. Голые бегают, бедняжки. Бесполезные практически. Ребята, вижу такую ситуацию. Бегает твин, бьет моба по 10 секунд. Какая польза от такого твина? Напишите в комментариях. В кавычках, злобный, хихикающий смайл. Также при покупке пропуска каждый член клана дает по 1000 энергии. Энхасад. Пятый и ивент. Особые письма в честь праздника 300 дней. В честь 300 дней с официального открытия 27 сентября в 9:12 и 21:00 по почте отправляется специальный предмет. В честь 300 дней с официального запуска Lineage 2 Mobile. В 9 часов мешочек пробуждения 300 дней 3 штуки. Улучшенный кристалл 300 штук. Энергия Энхасад 3000 единиц. В 12 часов мешочек с кристаллом души 300 дней 3 штуки. Кристалл 3000 штук. Энергия Энхасад 3000 единиц. В 21 час мешочек чар 300 дней 3 штуки. Порошок пробуждения 30 штук. Энергия Энхасад 3000 единиц. Заметка. Каждое письмо будет храниться 3 часа. Пришло письмо в 9 часов. Через 3 часа оно исчезнет. То не пропусти. Шестой ивент. Подарок на праздник 300 дней. До плановых технических работ. 5 октября. В период проведения ивента каждый день 9 часов по почте будут отправляться подарки на 300 дней. Энергия Энхасад 1000 единиц. Сундук с провизией наследника 3 штуки. Мешочек с сияющими антикварными вещами 3 штуки. Заряд души 500 штук. Предметы будут отправляться каждый день 9 часов и будут храниться в течение 3 часов, не пропусти. Доступны обновления. Вас приветствует Purple. Сообщаем вам о новой функции в Purple Talk и Purple Live. Добавлена функция «Обратная связь». Теперь вы можете комментировать сообщения. Очень круто. Добавлен уровень сложности для группового подземелья. Для подземелья застава пиратов Кайт, тайное хранилище Небулита, храм печати, добавлен трудный уровень сложности. Жду ваши комментарии по подземелью, потому что я туда точно не пойду. Улучшение. Максимальное число использований эликсиров изменено с 15 до 20. Значение текущего прогресса коллекций с кристаллами души, которые доступны для сбора, выделены цветом. Изменены правила сортировки коллекций с кристаллами души. Увеличено максимальное число имеющихся поручений для персонажей 56 уровня и выше. Ну, наконец-то. Ёбаный стыд. Я этого ждал, наверное, с начала игры. Была возможность выполнять одновременно 10 заданий. Теперь стало 12. На 2 больше. Очень круто. Также график ивентов. С вами был Розе. Всем до новых встреч!